финала Евро-2016 состоялся и другой золотой матч в юношеском чемпионате страны. Главное противостояние сезона схлестнулись столичная «Динамо» и наш солигорский «Шахтер». Победитель получал все – и чемпионство, и заветную путевку в квалификацию юношеской Лиги чемпионов. Золотой матч – большая редкость для современного футбола, потому вот краткая предыстория этого поединка. Еще за два тура до конца чемпионата динамовцы имели перед «Шахтером» приличный гандикап в 6 очков. Но нашей команде, казалось бы, в безвыходной ситуации удалось этот отрыв отыграть. Равное количество турнирных баллов, и вот он, час икс, золотой матч. По большому счету так и настраивали, что созыв такой, практически они еще сыграют в дубле, а уже в следующем году лицензии как таковой этого возраста нет. Последний шанс собраться вместе и продлить себе осень, да, то есть остаться все вместе, побороться за медали, побороться за участие в Лиге чемпионов, поэтому все прекрасно понимали, к чему шли. Ну, целый год, и тут еще и золотой матч, атмосфера, болельщики. Я думаю, что высшая лига не всегда столько собирала людей. Основное время матча завершилось. На табло нули, и по регламенту молодые футболисты без овертайма отправляются на дуэль нервов и мастерства. Драма, которая разыгралась в серии послематчевых пенальти, заслуживает экранизации. В самой концовке матча тренерский штаб нашей команды выпускает на замену вратаря, что называется, под пенальти. И многое, если не все, оказывается в руках Дениса Садовского. Концовка серии пенальти, а также послематчевый фейерверк из торжественных криков, крепких объятий и счастья в комментарии не нуждаются. Просто переживите эти эмоции молодых футболистов «Шахтера» вместе с ними. Переполняет эмоции, и это первая заслуга тренеру, что дал мне такой шанс, вот конец чемпионата он мне выпустил на фарт, как бы можно так сказать. И я не подвел пацанов, команду мою и своего тренера. Спасибо ему за это. Серию пенальти не отрабатывали. Только вот было, что вратаря решили точно, знали, что будет менять, если уже будет время подходить. Условность была с тренером, что готовься, как-то морально настраивайся, что будешь играть в конце, вот выйдешь конкретно на пенальти. Я готовился, я ждал этого момента, я был уверен в себе. Итак, «Шахтер» – чемпион юношеского первенства страны. Таким образом, наша команда 97-го и 98-го годов рождения уже этой осенью впервые в своей истории сыграет в квалификации юношеской лиги УЕФА в турнире, который является аналогом взрослой Лиги чемпионов. Поздравляем наших ребят с этим историческим событием и желаем удачи. Только «Шахтер», только победа. Лига чемпионов вышли первый раз в жизни, даже в историю «Шахтера» еще ни разу не играли. Это новый уровень, посмотреть, что такое, как в Европе играют люди. Сравнить, попробовать себя там. Лига чемпионов, как бы это такой вызов и для тренерского штаба, и для самих футболистов. Стоп! Стоп!
Шахтер! Шахтер!